Всем привет, с вами снова Влад, и в сегодняшнем видео я покажу вам, как установить живые обои в браузер Google Chrome. Итак, поехали! Откроем браузер Google Chrome, и как мы видим, у нас тут нету никаких живых обоев. Есть какие-то темы оформления, вот такие вот, но они смотрятся очень убого и никуда не годятся. Итак, как же теперь установить наши живые обои? Для начала зайдем в настройки нашего браузера. Итак, заходим в настройки. И в настройках нас интересует вот такая вот вкладочка, внешний вид, который называется. Здесь мы нажимаем «Выбрать тему». И мы переходим в интернет-магазин Chrome. Итак, в поиске по магазину пишем «Живые обои». Нажимаем клавишу Enter. Итак, вот у нас высветились вот такие вот три расширения, но нас интересует вот это первое расширение Live Start Page живые обои. Итак, нажимаем здесь на клавишу «Установить». Идет проверка, нажимаем «Установить расширение» и ждем, пока наши живые обои установятся. Итак, все у нас, наше расширение установлено, открылась новая вкладка «Добро пожаловать в Live Start Page», нажимаем «Закрыть». И вот у нас по умолчанию доступны вот такие вот живые обои, которые мы можем сейчас установить. Итак, установим, например, вот это вот нижнее, наши живые обои нижние, нажимаем «Установить». Прошла проверка контента и нажимаем «Посмотреть». Открылась новая вкладка, и как мы видим, у наши живые обои вот такие вот красивые установлены. Если вы хотите поменять их на другие какие-нибудь, то нажимаем здесь в левом нижнем углу «Выбрать фон». Итак, у нас открылись те же живые обои, список наш, и выберем, например, какие-какие, вот, например, вот эти вот живые обои с красивой девушкой с бутылкой. Нажимаем «Установить», нажимаем «Посмотреть», и как мы видим, наши живые обои установлены. Но если вы хотите, чтобы список живых обоев у вас был больше, то заходим также в настройки, наши живые обои, опускаемся вниз нашего браузера и нажимаем «Загрузить еще». Здесь у нас высветилось вот такое окно. И тут написано, если вы хотите получить список бесплатный, то тогда вы должны рассказать своим друзьям о Live Start Page. Например, ВКонтакте, разблокировать в Твиттере, в Фейсбуке и также в Одноклассниках. Вот. Нажимаете «Разблокировать» и делитесь новостью это, и тогда будут разблокированы еще живые обои. Ну, я думаю, вот этих вот обоев, которые тут есть, я думаю, достаточно будет. И, я думаю, использовать, делиться с друзьями, чтобы получить какие-то живые обои, я думаю, вам не нужно. Итак, как же теперь настроить, например, ваши живые обои? Вот, например, у вас есть живые обои. Опускаемся в левый нижний угол, нажимаем «Настройки». И что мы тут видим? Мы тут можем изменить формат времени, например, с 12 на 24-часовой. Итак, изменили. Также можем изменить тип часов вместо цифровых на стильные, например. Да, вот мы, например, поставили стильные и посмотрим, что у нас получилось. Откроем новую вкладку. И вот у нас появились вот такие вот часики, как мы видим, стильные такие. Итак, что мы еще тут можем изменить? Итак, можем формат поиска изменить вместо Яндекс на Live Start. Также можем Parallax эффект для фона, можем отключить его или силу эффекта убрать. Ну, в принципе, здесь вы можете понастраивать так, как вам нужно. Итак, например, вот мы открыли новую вкладку, и вы хотите, например, открыть панель закладок. Для этого щелкайте два клика левой клавишей мыши, и вот, как мы видим, у нас высвечиваются наши визуальные закладки, как мы видим, и сразу можем кликнуть по какому-то интересующемуся сайту. Итак, чтобы их убрать, нажимаем также два клика мыши, и у нас появляются те же, как мы видим, часы. И вот, в принципе, и все. Я вам показал, как установить расширение вот это вот живых обоев наших на браузер Google Chrome. Также смотрите наши предыдущие уроки. В них вы найдете много полезного и интересного. Также не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на мой канал. Итак, с вами был Влад, друзья, и до новых встреч. Пока!